Ну что ж, как вы понимаете, этот инструмент оснащен очень-очень большим количеством всяких ручечек. Вот сейчас за счет этих ручечек мы попробуем вывести ее на орбиту. Значит, самое большое ее достоинство – это наличие каоспэда. Ну, кто не знает, это такой синтезатор. Всяких разных специальных эффектов.
Ну вот примерно так.